В Асбесте задержаны два молодых человека за разбойные нападения. Злоумышленники нападали на прохожих. Угрожая пистолетом, они грабили и избивали их. Сообщение в дежурную часть поступило от потерпевшего в ночь с 1 на 2 февраля, который сообщил, что в районе дома на проспекте Ленина, 14, неизвестные ему молодые люди нанесли побои и забрали у него сотовый телефон, после чего скрылись на автомобиле Nissan. В ходе оперативно-розыскных мероприятий схожий по приметам автомобиль был обнаружен во дворе одного из многоквартирных домов по улице Махнева. В течение часа сотрудник отдела вневедомственной охраны Леонид Черников и сотрудник патрульно-постовой службы Иван Федосеев задержали подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей 1997 и 93 годов рождения. В их машине были обнаружены и изъяты шапка с прорезями для глаз и пневматический пистолет. Злоумышленники были задержаны и дали признательные показания по трем преступлениям. Они нападали на прохожих, угрожая пистолетом. Избивали, грабили их, отбирая все ценные вещи – деньги, сотовые телефоны, сумки с документами. По данным фактам в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Сейчас преступникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, у сотрудников отдела внутренних дел есть основания полагать, что злоумышленниками совершены и другие преступления. В связи с этим просьба сообщать о случаях нападения по телефонам 20402 или 20397.